Ще Монреаль. Дебрюйне отрабатывает в обороне. Монреаль назад. Рэмзи, Озил. И сразу рядом с ним два игрока, а то и три. Брюйне тоже стоит считать. Рэмзи пока не понимает, что делать. Но мы уже поняли, в отличие от игроков, когда нет ясности, надо играть на Месута Озила. Волкот. Удар по воротам. 1-0. Тео Волкот. Первый удар, и он же оказывается точным. Ну а кто отдал? Давайте смотреть. Конечно, предмет офсайда интересует всех. Офсайда не было. Вон Каларов задержался и дальше обводящий. Вот какой Тео Волкот. Не сумел его накрыть Бакари Сане. Потерян мяч. Это Волкот показывает Жиру, куда сделать передачу. Узил. Рэмзи рядом. Месут дальше. Жиру. Да ну! Можно распевать фамилию Жиру, болельщикам Арсенала. И дальше. Выделяют Мангаля. Потому что такой пас он бредовый какой-то сделал на Фернандиньо. Потеря. И как быстро распрямляется атака. Здесь нет никого из брать. Оливье Жиру пробить поворотом. И команды, которые по классу исполнителей уступают фаворитам, они как раз начинают здесь собирать очки. Поэтому тот, кто хорошо прошел Boxing Day, тот, в общем-то, отличный задел на концовку сезона имеет. Санья. Паста получается. И какой момент! И гол! Я-я! Да-да, это Туре! Идеальный по силе и точности удар. Давайте посмотрим еще раз, и какую нам камеру-то режиссер предлагает. Ох ты, господи! Туре, кстати, забил и в предыдущем туре на последних секундах победный гол.